Медаль за любовь и верность вручили семейной паре Акшенцевых. Галина Александровна и Сергей Алексеевич вместе больше 50 лет. Работают в музыкальной школе номер один преподавателями, баянистами, аккордеонистами. Акшенцевы – заслуженные работники культуры Республики Башкортостан. Дочка у нас пианистка, работает в городе Бонне. Зять у нас оперный певец, в Боннской опере работает. Закончили они Санкт-Петербургскую консерваторию. Все у нас музыканты. Один сын у нас механик, закончил наш Стерлитамакский университет, но мы очень рады, что он все у нас дома делает, помогает нам по хозяйству. Музыкантов хватит, как он сказал.